Добрый вечер. Начало 8 уже, 19:06. Это у нас клубный пляж «Счастье». И такая табличка здесь появилась, что пользоваться лежаками, бассейном теперь можно бесплатно. Ну, все собираются уже домой. Хорошо проводим свое время. Остановились мы на Даевского 19. Номер эконом. Ну, номер хороший. Позавчера был шторм. Ну, в море можно было заходить. Зайти-то можно было. Вот, выходить сложно было. Потому что начинайте оболтать. Ну, первый день мы были в Туапсе. Потом поехали в Агои, в Агои были. И уже вечером мы поехали в Небух. Сняли там номер. Номер сняли тоже эконом за 1500, но мы не собирались там долго быть. Пару дней, и просто-напросто все равно надо приезжать в те места, которые тебе нравятся. А нравится нам Лазаревская. Ты здесь все знаешь. Да и вообще здесь хорошо и прекрасно. Что такое небо, что такое огонь? Там все-таки и не тот воздух, и не тот климат. А здесь климат субтропический. До моря не спеша мы дошли за 9.5 минут. Вот таким шагом мы шли. Никуда не спешили. Просто наслаждаемся морским воздухом, морем. Это пляж Салют. Ну, я вам скажу, что все-таки пришлось поездить, поискать жилье. Например, такого, как позапрошлом году, уже не было. Что там стояли люди и предлагали вам жилье. Прошел я по Адаевского, никого нет. Ну, начал смотреть по интернету. По интернету. Ну, что предлагают. От моря очень далеко. А я не такой любитель, чтобы все-таки далеко до моря ходить. Есть вариант на машине ездить, но я все-таки приехал отдыхать. И потом на Адаевском мы поехали. Гостевой дом. Ой, а как же он назывался? Кажется, тенистый дворик. Мы были там позапрошлом году. В 2021 году. Но там мест не было. И я смотрю, там табличка такая. Сдаются номера. Эконом за 2500. Меня, в принципе, все устроило. Вот просто все устроило. А что искать лучшего? Хороший номер, например, стоит, ну, вот даже эконом на Партизанской 3000. На энтузиастов, ну, вроде бы как за 2500 предлагали. Потом сошлись на цене в 2000. Ну, там такое неудобство было, что просто-напросто кровать большая, односпальная, а нам все-таки раздельные нужны были. И опять я потом приехал на Даевского. Это в районе улицы Речной. Подошел там к хозяйке, звать ее Лера. Говорит, что к нам опять вернулись. И вот так мы сняли номер на Адаевском. Кстати, местные блогеры, я же смотрел там, считайте, что всю зиму, весну, да и чуть лето, почему-то говорят Адаевского. Но это неправильно, просто неправильно.
Температура воды сегодня 27 градусов Цельсия. Ой, опять Цельсия сказал. Ну вот по привычке я просто это говорю, не специально. А температура воздуха 30 градусов было. В том году я ходил тоже на счастье, мне там нравилось, но я как ходил, с утра я всегда ходил на пляж Гренада, Лазаревский один, а уже вечером я сюда приходил, есть перед счастьем и другие есть пляжи, Багратион. Есть много кафешек, столовых. Взморье. Потом Прометей, Счастье, Салют. И дальше уже Калипсо. Природа какая. Вот не совсем мне понравилось Туапсе. Да мне снимать особенно не очень-то хотелось. Я ж приехал все-таки отдыхать, а не с камерой здесь бегать. Хризантема. Года 4 назад здесь вообще номера за 1500 сдавались. А сейчас очень-очень дорогие номера. За 1500 даже не вариант сейчас найти. Даже за 2. Есть номера 4, 6, 8. Даже я видел 10 тысяч. Это в сутки надо платить. А у нас такая вот сегодня неспешная прогулка. По интернету, ну я посмотрел, вроде бы как интернет берет. Я там загрузил съемки, которые я делал по дороге на море. Маш, в сторонку отойди. Выехали мы из Ставрополя 3:05. В принципе, хорошо доехали. Планировал я за 5 часов доехать, ну, доехали мы за 5 с лишним часов. Перекур там был. Минут 15. За двумя большегрузами попали. Ну, один пропустил, один так нас всех и тянул, и тянул, и тянул. И потом уже, подъезжая к Туапсе, в общем, попали за каким-то водителем, который просто-напросто 15 километров ехал со скоростью 40 километров в час. Вот поэтому получилась вот такая задержка. Ну, в принципе, мне понравилось ехать. Но с утра все равно как бы глаза слипались. Потому что проснулся я 2:30 утра. Пошел в гараж, взял машину. Ну вот, это речная. Мне кажется, здесь не проходил. У меня съемка, может, есть улица речной, а может, даже и нет. Вот, жилье с удобствами. Телефончик указан. Ведется видеонаблюдение. Ну, здесь так неплохо, нормально. А вот эти бутылки стоят. Это чтобы не занимали место. Место конусов таких дорожных, которые мы устанавливаем во время работы. Вот просто погода отличная. Хотелось накупаться, а потом уже что-то снимать. Ну, погоди, что это вот такой поселок. Ну, там, правда, стоянка появилась. Кемпинг-стоянка.
по правую сторону реки Огой. Сейчас можно туда заехать, огромная стоянка, поставить машину, пойти на море. Раньше мне там нравилось. Сейчас мне там уже не нравится, просто не нравится. Вот даже в Небуге не понравилось. Почему я в Небуг поехал? Я все-таки хотел посмотреть, что там изменилось. Потому что говорили, что там реконструкцию пляжа делали. Да нет, ничего я там такого не увидел нового. Все по-прежнему. Единственное, что там еще можно было проскочить на молнию Ямал, мимо охранника, прикинуться, что ты тоже отдыхающий санатория. Но сейчас это уже не получится. Вот 2 дня мы там были и приехали потом уже сюда. Вот сюда приезжаешь просто как домой. Уже столько лет я сюда езжу. Вот 7 лет я останавливался в Солониках. Это недалеко, 3 километра от Лазаревского. Приезжал сюда в Лазаревское, покупали там продукты. Садились на электричку, еще электрички такие старые были, не то что сейчас, с кондиционированием, где можно телефон подзарядить, и не скрипят они. Потом в 2018 году я уже сюда приехал, еще в 2017 мы здесь были, на электричке сюда приехали, на денек. Потом вернулись в Туапсе. Уже поздно приехали. Пригородные автобусы уже не ходят. Вот что плохо. И тогда, в 2017 году, 300 рублей. Там 7 километров, наверное, было доехать. Да, Гуэ. 300 рублей отдали. Как цикады поют. А на железнодорожном вокзале вообще 400. Просили. Вот в чем неудобство вот таких всех поселков. Что развлекаловки там мало, а здесь все-таки можно погулять, поехать в любое место на электричке и очень поздно приехать. Ну вот так вот прошли по речной. Аптека. Гастропарк, территория развлечений для всей семьи. Здесь у нас ресторан «Атлант». Ну вот, «Прометей клуб». За счастьем как раз пляж «Прометей». «Вельвет». Вот «Пятерочка», здесь различные магазинчики. А позапрошлом году мы вот там ходили. Мимо «Пятерочки» и выходили туда уже, на пляж «Багратион». Сегодня тоже жарко-жарко было. Кстати, мы утром поехали. 8 часов ехали. А сколько ж мы ехали? Вот я точно вам не скажу. Ну, наверное, 1 час мы ж ехали. Движения не очень много было. Нормально проехали. А когда приехали в Туапсе, вообще машины все стояли. Приехали мы около 10 утра тогда. Зато все дозаправились, 13 литров еще я залил. И уже назад буду ехать, уже я нигде заправляться, скорее всего, и не буду. Ну, обычно до полного я заправляюсь.
Вот, проход к морю, улица Речная, 2, столовок полно, кафешек полно. Все загоревшие, некоторые обгоревшие. Экзотические вот такие растения. Путешествие с Михаилом. Я вот даже не посмотрел и не спросил, в каком гостевом доме мы просто-напросто остановились. Домашний сыр. В общем, полно здесь магазинов. Ну, в общем-то, позапрошлом году я все здесь снимал. И начинается вот такая вечерняя жизнь Лазаревского. Мы еще пойдем вечером гулять. Ну, камеру я брать не буду, потому что вечером она очень плохо снимает. 35, все по одной цене, распродажа. Полно машин. Перепарковаться сложно. Но есть неудобства, где мы сняли номер, потому что пришлось машину не около дома бросить. Ну, здесь в основном машины не трогают. И вот улица Адаевского. Вот видите, машины как стоят. Где есть место, где есть приткнуться, там и стоит такси, аэропорт. Ну, аэропорт у нас в Адлере. Перекур магазинчик. Вот видите, тоже 5-литровки стоят. И везде очень много машин. Просто очень много машин. Вот. А это улица Адаевского. И у Игоря тоже. Ты не звонила? Там минута. Цикаты поют. На горке. Он скатывался, локтем ударился, но не загруппировался. Вот. Здесь у нас Адаевского 15. Сейчас налево поворачиваю. И вот сюда повернули. И здесь вот такое прекрасное, тихое место. Несмотря на то, что рядом проходит железная дорога. Все равно останавливаться надо в более знакомых местах. Какая здесь тишина, какая тишина и красота. Вот остановились, ну вот там, где вот такая табличка есть, что сдаются номера. А в 21-м году мы были вот здесь. Вот уже сдаются комнаты. Где-то часа в 2 я проезжал. Тоже неплохой гостевой дом. Было написано, мест нет. Ну вот, пожалуй, друзья, на этом и все. Отдых наш продолжается. И вот здесь мы остановились. Вот сдаются номера. Добро пожаловать. 8-918-90-77-001. Всем удачи, друзья.